Скажи мне, Юрок, что ты думаешь про миссию человека, есть ли она у него вообще? И что ты думаешь, какое твое мнение? Я думаю, что натуральный процесс жизни – это экспансия. Что нам надо посылать людей в космос, получить новые планеты. Нам надо приготовить для какие-нибудь катастрофы. Чтобы подготовиться к ним. Самый лучший генетический материал в человечестве. Всех культур, всех цветов кожи остались. Так, что... сделать как нормально, домой сделать. Не получать... за которым мужу газ, и что это натуральные материалы будут для бывших, для тысячи генераций, поколений. Так нормально, как домой делать. То есть нашу планету сделать нашим домом, а не просто ресурсной базой. Да, да. Так же мы на это теперь потеряли. Нормальную экономику. Ну да, чтобы не было, что одни жиреют и выбрасывают еду, а другие умирают от голода, как сейчас. То есть мы должны работать, каждый из нас, для того, чтобы наша планета стала домом для всех нас, и мы могли из этого дома выйти и пойти завоевывать космос. Да, и как это получится, это будет как все посмотреть, что людей сделали из огня, с технологии сделали что-нибудь хорошенько, что Прометеуш будет освободен, и мы будем встречать других цивилизаций, потому что сейчас мы такие не мы не умные, не готовы. Мы обезьяны. Да, да. Я думаю даже, что эти люди, которые дикие, они, может быть, обезьяны в чем-то, вот, скажем, эти руандийские девушки вчерашние, но они в чем-то лучше, чем мы. Они более искренние. А европейские люди, они очень закрытые. Вот я видел много туристов, и они закрытые. Норвежцы, шведы, англичане, они такие, они боятся. У них много страха. Ну да, знаешь, они много накрали. Это конквиста. Конквиста, да. Конквиста, это империализм сделал какие-то чувства, что много людей получилось что-нибудь, что было забрано нехорошим способом. Способом. И сейчас надо разрешить, как сделать жизнь нормальная для всех. Нормальная для всех, да. А вот ты сказал о встрече с другим разумом, с другими цивилизациями. Вот. А что ты думаешь, вот дельфины, они разумные или кто они, вот, как по твоему мнению? Я не знаю много, но другие звери, у них они знают, кто они. Они знают, где их место в великом кругу жизни. Да. Но человек не знает. Нам, как человеком, чтобы быть человеком, надо поискать место в великом кругу жизни, чтобы знать, какие кланы, чтобы в этом деле получить новую нацию человечества. Именно. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Юрек. Наш польский друг, Юрек. Вот тут, дома у Луни-Балуни.